Участники 36-й международной социально-творческой программы «Будущее с надеждой» выступили в Мозыре и Мозырском районе 9 мая. Цель проекта – поддержка талантливых детей и подростков, проживающих на территориях, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 86-го года каждый год идет вот эта программа. Но в рамках этой программы главное – это поддержка и поиск одаренных детей. Вот, понимаете, ваша Полесская Зорочка, да? Потом ваши очень многие ребята, которые прошли через эту программу, уже сегодня студенты вуза, уже артисты. Вот даже в Купаленке скрипачка, девочка, которая в 4 года вышла в нашей программе в Пинском районе, в деревне Парахоньск. Представляете, вот таких ребят сотни. За годы программы вместе с известными артистами, музыкантами и исполнителями выступили порядка 50 тысяч детей. 9 мая на главную сценическую площадку в Мозыре выходили и местные юные таланты. В этом году мы решили, что эта программа пойдет вот по Чернобыльским районам именно накануне Дня Победы и в День Победы. Мы уже проехали Жлобин, это Дроцк-Пролевска. Сидельники ваши, Дроцк-Сидельники, Хойники, Брагин, Наровлю, Лельчицы и вот сегодня Мозыре. Слушателями яркого праздничного концерта в этом году стали не только гости городского праздника. Вечером артисты отправились в агрогородок Скрыгало в Мозырского района. Организаторы проекта «Будущее с надеждой» подчеркивают, что именно сельские жители и юные таланты из глубинки – основная его аудитория. Екатерина Юрченко, Светлана Грудькович, Лав Приписнов, телеканал «Мозырь».